Так вот, я хочу рассказать общественности. 2 июня мой офис находится недалеко, возле облвозадминистрации. Прилетело 2 самолета. В это время я свою сотрудницу должна была послать в облвозадминистрацию, в региональное отделение фонда Дежмайна, с кем мы працюем. В администрации находились все органы центральных органов власти. Там никаких не было сепаратистов. 2 июня город работал, местные органы власти работали и так далее. Чьей власти? Все. Власти украинской. Подождите, будьте толерантны, выслушайте. А вы тут надрякаете пропаганду. Кем вам пропаганду? Это заступник Лаврова. Натряхивать тут не надо нам, вы распаковываете. 2 самолета прилетело. СБУ когда захватили у вас, расскажите, автоматчики. А СБУ когда захватили? Погранотряд когда штурмовали? Расскажите про штурм погранотряда. Погранотряд, Луганский, А я вам про погранотряд говорю. Про СБУ говорю. Та там сиділи терористи, їх треба було розстріляти давно. Що ви говорите? В ОДА сиділи терористи. Навіщо до них ходили ваші мирні граждани? Той будинок треба було знести землею разом з усіма терористами і мирними гражданами, які їм допомагали. Та 1000 ми перестріляємо цих терористів, що ви знали. І всі, хто їм допомагав. Які допомагають терористам на нашій землі, на нашій українській землі. А чого ми не допустимо? Що ти в Київ? Що ти там не сидиш? Їдьте в Москву розказувати. В Росію звізду. У Москві треба розказувати, що треба мир, щоб ви знали. Говоріть Путлеру. Чемодан вокзал Росії! Це правильно! Ви що думаєте, ви на Донбасі чи де? Це Київ, що ви знали. І ми знаємо правду. Який зомбірів? Ви вже наказані за те, що підтримуєте Путлера! Ганьба вам! Ганьба проросійським попутчикам! Повертайтеся в Донбас! Еще раз назовитесь. Елена Петровна, я живу в Луганске. Я приехала 3 июня, вынуждена была приехать сюда, потому что мой офис, который находится возле облавадминистрации, погибли люди. Разбомбили квартиру. Это делает украинская армия. Нам не нужно... Мы находимся здесь, не видеть что там. Что вы рассказываете? Я еще раз говорю. Украинская армия. То, что вы хотели, вы убивает, убивает детей. Сегодня нас там в Донецке. Вы поднялись. До меня приехали родичи. Тиждень назад. Я еще раз говорю. Чеченцы ходят. Это не украинская армия. Средства массовой информации. Будьте объективны. Я сюда пришла, я объясняю. Когда я прочитала в интернете, просто поддержать журналиста Кацубу, которого сейчас гнобят за то, что он... Я читаю это в интернете. За то, что он... Вам заплатили деньги, вы отрабатываете деньги. Это вы здесь за деньги, потому что вы все работаете. Мы знаем правду. Я тут 5 раз в Луганской области. Там эти террористы. Вы отрабатываете деньги. Защищаете террористов. Наших детей. Вы убиваете. Я вас убью, если вы террористка. Чтобы знали. И вас, чтобы вы знали. И тому вас покрал Бог. Бо вы молились за Россию. Тому вы прокляты. Вы прокляты. Пророссийская зараза. Что вы здесь забыли? Если вам так ненавистна Украина, это моя Украина, она ненавистна вам, потому что у вас принцип смерть врагам, всем мы ненавидим, а мы всех любим. Враг вы, Украины. Вы враги Украины. Я ваш враг, это факт. Я ваш враг, признаю.